Сегодня состоялась торжественная встреча призеров Азиады по дзюдо. Напомним, на континентальном первенстве Ханчжоу все члены сборной страны от Кызылорды вошли в тройку сильнейших. Наши дзюдоисты принесли стране 3 медали. Вот они, наши герои. Махжан Шамшадин, Аблайхан Жубаназар и Шархан Нурлыхан. Все трое воспитанников колена Халиула завоевали бронзовые медали. Это большое достижение местной школы дзюдо. Дома спортсменов встретили заслуженными почестями. После Олимпиады Азиада является вторым крупнейшим первенством мира. Проходит раз в 4 года. Наши ребята хорошо боролись. Конечно, каждый спортсмен ставит цель завоевать золото. В этот раз взяли бронзу. Думаем, эти парни покажут хорошие результаты на предстоящей Олимпиаде в Париже. Мы очень рады, смогли завоевать бронзовые медали на Азиаде. Нас очень хорошо сегодня встречают. Большое спасибо всем. Это мотивирует на новые победы. Я посвящаю свою победу 85-летию Кызылординской области.